можно пожелать? Fashion. Нажмите на кнопку, пожалуйста. So serious fashion. Друзья. Ой, коллеги. Дорогие поклонники. Читатели So Serious Fashion. Я поздравляю вас с Новым годом. Любители, ценители. Уходящий год для всех был очень разным. Эстеты. Для кого-то он был счастливым. Кто-то сделал карьеру. Для кого-то он прошел незаметно. Для кого-то он был тяжелым и трудным. Следующий год будет таким же. Фашинисты. Я помню, поздравлял. Последний проект, который был у меня с So Serious Fashion, это был проект «Год лошади». И тогда я всем пожелал доброго конька-горбунька. И люди, которые любят красиво выглядеть. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю море вдохновения и энергии в новом году для выполнения своих суперпроектов. Желаю исполнения самых сокровенных желаний. Оставайтесь стильными и модными. Наверное, хипстеры опять войдут в моду. Труд сделал из обезьяны человека. Мы же своим трудом делаем этого человека красивее. Фэшн-бренд Арни Прах поздравляет всех с наступающим годом обезьян и желает не останавливаться на пути эволюции собственного стиля. От мира дизайнеров, от мира моды и искусства хотим вам пожелать, чтобы в вашем внутреннем, внешнем и во всех ваших мирах царило искусство, понимание, любовь, красота. Красота же спасет мир. Люкс публика, вам тоже большой привет и в год обезьяны. Могу сказать одно, обращайтесь к отечественным дизайнерам, они ничем не хуже западных брендов. Пусть ваши вещи будут не только модными, но и качественными. С наступающим Новым годом! Я поздравляю с наступающим Новым годом всех читателей модного информационного агентства So Serious Fashion. Желаю в Новом году проявить себя с максимально возможным успехом, приложить свои силы к достижению результатов и своих желаний. Я советую не бояться приходить в модную индустрию, если вы давно этого хотели, желали и думали об этом. Дерзайтесь, старайтесь, создавайте, делайте классный продукт, и вы обязательно добьетесь успехов. С наступающим Новым годом! Хотелось бы пожелать вам в новом году много новых открытий, много новых образов, много новых впечатлений. И все-таки, наверное, чтобы человеческие качества, эстетические качества не победили материальные, чтобы материальный диктат в новом году не съел всю красоту окружающую этого мира, нас всех, с Новым годом! Несмотря на то, каким будет год и что в нем будет происходить, я хочу пожелать вам, чтобы вы улыбались чаще. Когда мы переживаем, залимся, обижаемся, ведь это ничего не меняет вокруг нас. А зачем тратить на это время? Вот, чаще улыбайтесь. Улыбайтесь везде, улыбайтесь всегда. И вы заметите, как мир вокруг вас меняется. Он улыбаться будет вам в ответ. С Новым годом! Счастья вам и здоровья! Ваш Владислав Аксенов. Это будет чудесный год, я вас уверяю, потому что пока мы молодые, пока мы здоровые, пока мы красивые, в нашей жизни всегда будут только эмоции, только позитив и только движение вперед. Я вам этого искренне желаю. Поэтому, несмотря ни на что, ни на какие катаклизмы в этом мире, знаете одно. Пока мы вместе, пока мы команда, пока мы делаем одно большое общее дело, у нас всегда будет только успех, эмоции, позитив и праздник. В следующем году всем желаю уважения к себе в первую очередь. Нужно уважать себя, и как только вы научитесь уважать себя, вы будете уважать других. Это самое главное. Самое главное в год обезьяны не переобезьянничайте и будьте адекватны, воспринимайте реальность, она прекрасна. Не надо постоянно витать в фантазиях, ездить на единорогах и летать на драконах. Относитесь друг к другу с юмором. И вообще относитесь к миру с юмором, к жизни с юмором. По причине того, что наша жизнь не должна складываться из неприятностей, из негатива, она должна складываться из максимального позитива.
Поэтому год обезьяны от компании Fabric Fancy, от себя Сергея Кромченкова объявляю годом веселья и годом позитива. Большой привет, SoCity Special. Оставайтесь таким же веселым, порадуйте нас красивыми фотографиями, интересными статьями и я надеюсь, очень много разных проектов мы сможем увидеть. Делайте нам сюрприз, радуйте нас. Всех с Новым годом! Я обожаю этот модный портал, потому что девочки делают невероятную и огромную работу. Я знаю, с чего они начинали, я знаю, как они начинали, я знаю, как создавались идеи. Это все было на моих глазах. И это потрясающе, когда очень маленькое вырастает в нечто большое и красивое. Я также вам желаю успеха. Желаю успеха, чтобы в ваших семьях всегда звучал детский смех, чтобы у вас были эмоции, чтобы у вас дома были домашние животные. Были все то, что приносит вам море эмоций, позитива и, конечно, желание красиво одеваться. Ведь SoCity Fashion – это как раз портал о моде, как раз портал о том, как быть красивым, как делать так, чтобы мода работала именно на тебя. Я вас поздравляю с Новым годом, я вам желаю счастья, любви. Конечно же, мы работаем для вас. Конечно, ежедневный труд моей команды – это бесспорно ради того, чтобы сегодня я говорила вот так искренне и практически до слез. Я вас поздравляю с Новым годом. Желаю вам любви. Обнимаю, Катя Лежама. Для SoCity Fashion. Будьте открыты, впускайте в свои головы вихри идей, таких же свежих, как морозный воздух. И обязательно вдохновляясь, не забывайте вдохновлять. А мы потом будем как бы нарезать, или это должно быть одной минуты сразу? Это как монтаж будет? Ну, как школьник. Хорошо. Несмотря на сложный период для всей фэшн-индустрии, несмотря на сложный период... Так, Маша, у меня микрофон не будет, да? Хочешь моё предложение говорить? Ты я. Да, манги мина, обезьянь мне, да? Да. Обычно на камеру всякий такой бред говорю, а потом все нормально вырезают и оставляют. Специально для SoCity Fashion. До свидания.